Очень рада всех видеть на канале «Да, для всей семьи». Всех приветствую, с вами Елена. В этом видео я делюсь с вами рецептом салата «Бархатный» с интересным сочетанием простых ингредиентов. Такой салат подойдет для вечернего семейного застолья, а если его красиво оформить, то и на праздничном столе займет достойное место. Для приготовления этого салата потребуются простые продукты: куриное филе, крабовые палочки, яйца, сырая морковь, сыр и майонез. Точное количество продуктов я разместила в описании под видео. Первый слой салата – это куриное филе, которое я не подсаливаю, так как варила курицу в соленой воде. На куриное филе добавляю майонез, и следующий слой – это слой яиц, натертых на крупной терке. Яйца я обязательно подсаливаю. На яйца добавляю майонез. Следующий слой – это крабовые палочки. Так как палочки у меня размороженные, поэтому я их нарезаю на кубики. Если палочки крабовые слегка подморозить в морозилке, то их можно будет натереть на крупной терке. Выкладываем крабовые палочки, этот слой не подсаливаем, и добавляем майонез. Следующий слой – это сыр, натертый на мелкой терке. Так как сыр уже соленый, тоже этот слой не солю. Сверху сыра снова майонез. И последний слой – это свежая морковь. Морковь я тру на мелкой терке. Равномерно и аккуратно распределяем морковь по поверхности. Обязательно подсаливаем и уже делаю вот такую мелкую сеточку из майонеза. Салат можно украсить. Я сразу не сказала, что пару крабовых палочек я оставляю для украшения. Из них я делаю цветок. А из веточек укропа делаю листья цветка. Этот салат необходимо отправить в холодильник на 3-4 часа. Но у меня такого времени не было, поэтому мой салат простоял в холодильнике около часа, и сейчас я покажу, что получилось внутри. Этот салат очень рекомендую приготовление. Он получается вкусным, нежным и необычным. Сырая морковь как раз придает этому салату свою изюминку. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал, так как впереди много интересных видео. Делитесь этим видео со своими друзьями в различных соцсетях. А я вам желаю хорошего настроения, здоровья и говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч!